пускаете, парни? Что мы тут? Раз, два, брык. Что вы отсюда сделать-то собрались? Тут похлопать только по ковру остаются. Вы захваты не отпускайте. И ты не отпускай захваты. То есть чего? Ножку поставили, вторая, раз. Пошла. Вот здесь аккуратненько. Раз, пролезла. Все. Держим захваты, мы не отпускаем раньше времени. Пяточку раз, сюда. Я держу, продолжаю держать его. Ахилл перебрал, все. После этого могу уже делать. Спасибо. Не отпускайте, не бросайте ничего. Ножку раз, поджали, вторую поставили, сели, пяточку загнали, легли. Давайте. Давай, не сиди, делай. Садись, не торопись. Сел, пятку погнал, все, разрывай. Пап, сюда. Хорошо. Не торопись, все, в этой ситуации у тебя минута на все про все. Поэтому спокойно, уже разбирай человека. А что у тебя ноги в разброс все, а? Он уйдет так, контролировать надо. Еще разок. Делай. Ну, ножки раз. Не торопись. Где колено? Не вижу. О! А ты это что отпустил? Конечно, вот. Пяточка пошла сюда. Отжимай, разрывай. Ногой отжимай сильнее. Разрывай захваты. Ой, на живот, а коленочки вместе. Ну-ка, дай мне его, дай мне друга твоего. Дай мне все, отпускай. Давай. Май, иди сюда. Иди с этой стороны. Раз, прям жестко. Бам. Вот, раз, вот сюда. И здесь я не отпускаю его. И ты, правильно, держи. Все, держу. После вот этого положения раз пяточка, прыг. И вот здесь вот я ему в печеночку и в пах отдавливаю, разрываю захватики вот эти. Бам, забрал. Плотненько, да? У тебя сейчас в твоей ситуации, как получилось, у тебя рука просто, ты его за икру схватил, а под углом под таким, а должна перпендикулярно рубить. Раз, забрали. Все, и здесь дальше. Видишь, как у меня ноги? А у тебя они вот. И ты кувыркаешься когда? Давай. О, вот в таком положении. У него шансы появятся уйти. Твоя ножка остается, коленочки сжаты. Все, вот, плотно. Я ногу его отключил. Отсюда дал. Давай. Ножка пошла, раз. Два, сел. Оп. Пятка пошла у тебя или ты забыл про нее опять? Пошла? Отлично.